Вчера из зимовального пруда мы выпустили часть комет в основной пруд через лунку. И одна рыбка упала в снег и замерзла. Вот сегодня мы ее обнаружили и решили ее реанимировать. Во всяком случае, попытаться это сделать. Сосулька. Да, похоже, эта рыбка замерзла. По-моему, она плавниками зашевелила. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Как ей искусственное дыхание сделать? Потрем ей брюшко немножко. Давай, 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 давай. Водичку мы взяли 10-градусную, не сильно теплая, но да, обморожение видно, что у нее красные кровяные точки. Это пройдет, если она живет, это все пройдет. Давай, давай, давай. Приходи в чувство. Невероятно. Чудеса природы. Вот вам и доказательство того, что все-таки рыба очень хорошо зимует. Даже в тех прудах, которые промерзают льдом до самого дна. Если рыбка даже не успела зарыться в ил, вот получается, у нее полностью останавливается. Или во всяком случае замедляется и кровообращение, и дыхательная система. Рыбка впадает в сон. А когда приходит весна, водичка прогревается, и эти рыбки оживают. Давай, не останавливайся, не останавливайся, разогревай тело. Давай, давай, просыпайся. Просыпайся, просыпайся. Да, кометы супер живучие. Сейчас мы ее отнесем в тепло. Поместим в резервуар, там где водичка 18 градусов. Я думаю, она отойдет полностью. Очень интересное видео получилось. Всего вам доброго. Подписывайтесь на наш канал. А с этой рыбкой, я думаю, все будет хорошо. До новых встреч.